Встречайте, в нашей студии Артем Гарин. Здравствуйте, Артем. Ты что, такое увлечение странное? Вы вот занимаетесь именно запоминанием цифр в числе пи? Ну, числа пи является международным состязанием, котируемым, поэтому я бы... А, то есть есть даже международные соревнования, приезжают люди. Да. А как это происходит? То есть они рассаживаются, им говорят там, я не знаю, 356-я позиция после запятой. Или назовите, ну как это, я просто... Нет, вообще нету общей федерации, которая бы систематизировала эти состязания. В каждом государстве эти состязания происходят своим образом. Угу. Одни говорят вслух, одни пишут, всегда по-разному. У меня есть сомнение, что вообще то, о чем мы говорим, понятно нашим звездным гостям. А вы знаете, что такое число пи или хотя бы его значение, ну, до какой? До второй позиции после запятой. Вы думаете, мы такие тупые? Евгений, опровергните эти подозрения. Растопчите их. 3. Неплохо. Запятая. Супер. И? 1. Дальше, поехали. 4. Дальше. 4. Понятно. Ну что ж, на самом деле, чего шутить-то? Чего шутить? Давайте проверять. Итак, начинается испытание для Артема Гарина. Участник занимает место в кресле спиной к экрану. Прошу, кресло. На экране мы увидим последовательность цифр в числе пи после запятой в количестве, ну, около 1000 знаков. Сейчас я буду просить Артема по памяти называть числа, начиная с 726 знака и по 733. Итак... Один, восемь, один, пять, девять, восемь. Давайте проверим, так ли это. Обалдеть. Это правильный ответ. Но это была только разминка. Теперь задание гораздо более сложное. Герою нужно назвать цифры числа пи, стоящие на позиции с 5708 цифры по 5703. Прошу. Я так понимаю, в обратном порядке. Ну, действительно, задание требовало называть эти цифры в обратном порядке. Итак. 1, 3, 9, 4, 0. Если брать третью, то это будет 5. Давайте проверим. Покажите ответ. 1, 3, 9, 4, 0, 5. 5, 0, 4, 9, 3, 1. Это верный ответ. Артем, буквально пару секунд, чтобы перевести дух. И самое сложное. Помните цифру, которая стоит в числе пи на 208 месте после запятой. Так, 208. Так. Держите в голове. Теперь вспомните цифру, стоящую на...
826 месте после запятой. Удалось? Сейчас, секунду. Сейчас. Да. Держите в голове. Теперь из этих двух цифр составьте двузначное число и возведите его в квадрат. Мы ждем ваш ответ. Восемь, шесть, четыре, девять. Восемь, шесть, четыре, девять. Проверяем ваш ответ. 8, 6, 4, 9. Какое число вы возводили в квадрат? 93. Это верно все. Аплодисменты вам. Это круто, невероятно. Артем Гарин, человек-калькулятор, знаток числа пи до, еще раз, 10101 позиция. Да. Фантастика, фантастика. Артем Гарин, удивительные люди.